Привет всем! Это снова радиоблог, дневник радиоблога, выпуск номер 2. Сегодня у нас группа «Кстати». Можете посмотреть, студия звукозаписи, группа «Радио Мосты». И мы действительно находимся возле их студии. Сейчас там Трофимов Бэнд репетирует. И уже практически через час мы начнем. Ну, для вас вы уже сможете посмотреть готовый выпуск. Вы сможете посмотреть готовый выпуск, а для нас это будет только через час. Через час начнется сибирский трибьют группы «Кино». Сегодня 21 июня, день рождения Виктора Цоя. Смотрите, что будет. Помашите рукой маме, папе, дедушке, бабушке. Все здесь. Приготовление к подключению. Вот такая вот студия за моей спиной. Все, смотрите, вот в этот самый микрофон, вот в этот самый микрофон, я даже слышу, будет петь Евгений Трофимов. Нет, Трофимов, ладно. Скоро начнем. Ну а вы уже посмотрите это в записи radioblog.su. Ну вот мы закончили эфир, ребят, не расходитесь, я хочу вас тоже. Вот они герои, помашите всем руками, вот они. А вот эти люди, вот смотрите, тоже были у нас в студии, вот здесь, студия радио, студия радио Мосты, да, вот там, Алена, да, Алена? Да, Алена. Алена, вот Алена. И все те, кто по ту сторону экрана, тоже герои, потому что вместе с нами. Да, ну-ка еще раз, вот так повернусь. Все, это дневник радиоблог, можете тоже потом посмотреть. Немного устройства студии. Вот в этот микшер все приходило. Вот видите, у нас идет, как бы идет трансляция. На самом деле это уже запись в Ютубе. Вот, сейчас будут собираться все. Вот студия, музыканты уже собираются. Барабаны, гитары. Вот так была устроена студия. Такой концерт. Все. Да, ну почему он их начинает, короче, вот, ну, это, а? Наша операторская. Откуда, собственно говоря, вся трансляция и прошла. Куча оборудования. И все для того, чтобы дать хороший результат. Вот. Это Андрей. Это Андрей, да. Там Сергей. Алена снова. Александры. Чао. Все, да, действительно. Я еще приду. Я еще успею вам надоесть. Ну, в общем, вот так выглядит студия. Студия группы «Радио Мосты». Вот там черно-беленький логотип проглядывает, бело-черный. Подписывайтесь на них, подписывайтесь на нас, следите за новостями. Обязательно ставьте колокольчики, потому что это важно. И если вы колокольчики не поставите, вы рискуете пропустить какую-то интересную трансляцию. Как говорит Дима, попасть на свои колокольчики. Ну, вы никуда просто не попадете, поэтому обязательно ставьте колокольчики. Ну и смотрите трансляцию. Провели отличный эфир. Можете посмотреть его по ссылочке внизу. Спасибо, Степа. Ох, жарко, но хорошо. Было жарко, да. Смотрите эфир полностью. Пока.